І піднесення. Святкове богослужіння, одне із найвеличніших свят християнського світу, Трійцю, зібрало на спільну молитву у Благовіщенському храмі красноградців. Трійця має не тільки свою особливу історію, але й особливі традиції. Храми і домівки у Зелену неділю прикрашають квітами, зеленню, лепехою. Історія ж виникнення свята справді особлива, бо ж Трійця вважається найбільшою таємницею християнської віри, адже в ній криється природа, суть Господа Бога нашого. Згідно з символом віри, Бог наш має три образи, три лики, три прояви. Перша особа Трійці – Отець, друга особа Трійці – Син, третя особа Трійці – Дух Святий. Однак вони разом і є єдиним Богом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені браті і сестри, з праздником всіх вас! Праздник Святої Троїці дарований нам Церковью, дарований нам Христом, Богом для того, чтобы каждый из нас знал, как веровать, в кого мы верим, в Троицу единосущную и нераздельную. Дорогие братья и сестры, в этот день святой мы празднуем также рождение нашей Церкви, потому что именно этот день, 50-й, Господь сподобил своих учеников Духа Святого и послал их на проповедь, чтобы они открывали Слово Божие людям. В этот же день 3000 людей уверовали во Христа и крестились. Это были первые христиане, которые стали Церковью Христовой. Дорогие братья и сестры, мы с вами приняли крещение и стали называться христианами Христовыми. Мы с вами крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так было повеление Господа нашего Иисуса Христа, который послал своих учеников на проповедь и говорил: «Идите в мир весь, проповедуйте Евангелие, крестящие всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. С этого времени и до ныне, и до скончания так будет проповедоваться Слово Божие, уча народы, чтобы они крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа». Дорогие братья и сестры, мы знаем, что Бог Троицы непостижимый, и все же Бог открывается для человека некоим образом. В крещении Господа нашего Иисуса Христа мы видели, что Бог, Отец Небесный, явился в голосе и сказал, что «Сей Сын мой возлюбленный, слушайте Его». Мы видели Сына Божия Христа, мы видели Духа, сходящего от Христа в виде голубя. Дух непостижим, но Он животворит. И так весь мир наповняється животворящей силою Духа Святого. У день Святої Трійці багато прихожан приходять до храму не тільки помолитися, а й на святе причастя. На крові Господа Богоспаса нашого Ісуса Христа причащається отрок Михаїл во исцеление души и тела. Аминь. Тело и кровь Господа Богоспаса нашего Иисуса Христа причащається на Христе. Він сіє віру і добро, просить у Бога миру і злагоди, вчить любити і не забувати дякувати Богу за всі блага. Прихожани Благовіщенського храму у Краснограді із теплотою і вдячністю відгукуються про настоятеля храму отця Миколая, для якого свято Трійці справді знакове. Так часто слышиш рокот і звук чоловіка. То сьогодні дощ плохо, то сьогодні жарко плохо, то сьогодні щось не так, і все, хто-то винуватий. И очень редко сегодня услышать, братья и сестры, слова благодарности Богу, благодарности даже родителям детей своих. И вот, братья и сестры, сегодняшний праздник прежде всего призывает нас возблагодарить Господа, явившего нам свою милость, явившего нам этот праздник Святой Себя, чтобы мы знали Бога, чтобы имели правильный путь, чтобы
мы видели этот путь, как нужно жить, как нужно спасаться. Потому и сегодня этот день, призывая Господа, мы всенародно поем: «Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приидите вселисимны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». От имени города церковных сотрудников и прихожан мы вас очень любим, уважаем за ваши нелегкие труды, за вашу любовь к нам. Хай Господь вас укрепляет и сохраняет. Вас рукоположили в этот день, и вы были в святых местах. Хай Господь сохраняет вас. И помогает, чтобы еще очень много нас научали. Хай Господь сохраняет вас, ваши сыновья. День Святої Трійці святкується на 50-й день після Великодня. Українці здавна шанують це свято і мають свої традиції його святкування. Деякі з них вже забулися, а от традиція приходити до храму із живими квітами і зеленню збереглася. Багато вірян прикрашають ними свої домівки. Також на Трійцю було прийнято освячувати криниці і неодмінно молитися, дякувати Богу за все, що Він щедро дає нам. Дорога у Бога у кожного своя, у когось легка, у когось із гіркими сльозами. Проте, незважаючи ні на що, треба берегти в собі віру. Кто любит Бога, тот никогда не может потерять. Кто любит, тот всегда находит. Потому к Богу приходит через любовь. Если человек имеет в своем сердце хоть капельку благодарности Богу, хотя бы посмотреть на этот окружающий мир, который так прекрасен, и исполнится той любви и благодарности за эту милость, за эту красоту, то, конечно же, скажешь: «Слава тебе, Господи, за то, что ты создал для нас». Дорогие братья и сестры, вот на нашем жизненном пути вот встречаются такие праздники великие, как Рождество, Крещение, Пасха, Вознесение и сегодня вот Троица. Среди всех этих праздников это тоже особенный праздник, потому что он наполняет особенно Духом Святым всю землю и нас с вами. В эти дни читается молитва и призывание, чтобы Господь дал Духа Своего Святого.